Всем привет! Скорее всего, каждый из вас слышал, что мед очень полезен для здоровья. Однако мало кто из нас задумывался, чем же он так полезен, этот сладкий нектар. И если он так полезен, то можно ли его есть каждый день? В этом мы сегодня с вами разберемся. А чтобы было это легче сделать, мы пообщались с врачами и изучили разные медицинские исследования. Как выяснилось, мед обладает 9 полезными свойствами, которые нас очень сильно поразили. Итак, полезные свойства меда. Первое свойство – вы станете энергичнее. Согласно неоднократным медицинским исследованиям, ежедневное употребление меда благотворно влияет на работу нервной системы. Мед вызывает всплеск глюкозы, который обеспечивает энергией ваш организм. При этом гликемический индекс равен примерно 43. Добавляя эту сладость в завтрак, вы улучшаете свое настроение, получаете необходимую энергию и снижаете тягу к сладкому. Второе. Мед восстанавливает силы после тренировки. Спортсмены также любят мед, потому что он помогает сохранить здоровье мышц и способствует быстрому восстановлению организма после тренировки. Третье – это здоровье кишечника. Согласно исследованиям отдела медицины Стэнфорда, мед помогает избавиться от различных заболеваний, которые связаны с пищеварительной системой. Так, например, он помогает избавиться от газообразования, изжоги, а также помогает лечить симптомы язвы, несварения желудка и кислотного рефлюкса. Дело в том, что мед содержит ферменты, которые восстанавливают и сохраняют правильную микрофлору кишечника. Четвертое. Мед улучшает ваш сон. Считается, что стакан молока перед сном помогает быстро заснуть и влияет на качество сна. Это действительно так, но добавив в молоко чайную ложку меда, вы получите максимальную пользу. Молоко и мед помогают организму выработать мелатонин, вещество, которое помогает вашему организму расслабляться и быстрее засыпать. Также этот напиток благотворно влияет на ночную работу головного мозга, улучшая память и избавляя вас от плохих снов. Пятое. Мед полезен для детей. Многочисленные исследования показали, что мед помогает улучшить концентрацию у детей. В ходе исследований было выяснено, что мед благотворно влияет на центральную нервную систему у детей. Это полезное свойство помогает улучшить память и снижает стресс во время обучения. Шестое. Мед полезен при похудении. В отличие от сахара, который содержит только калории и не содержит вещества полезные, мед богат витаминами, аминокислотами, ферментами и другими полезными веществами. Благодаря такому богатому составу мед является лучшей альтернативой сахару. Также диетологи любят мед за то, что он снижает тягу к сладкому и вредным продуктам. Седьмое. Мед влияет на красоту. Еще с древних времен мед использовали в качестве косметики. Его использовали в качестве масок для лица и волос. В засахаренном виде использовали для массажа в качестве скраба для тела. Однако на этом влияние меда на красоту не заканчивается. Благодаря антибактериальным и противовоспалительным свойствам мед помогает улучшить работу организма, вследствие чего кожа становится чистой и сияющей. Восьмое. Мед снижает уровень плохого холестерина. Мед богат мощнейшими антиоксидантами, которые при регулярном употреблении помогают снизить уровень плохого холестерина, который пагубно влияет на здоровье сердца. Также мед помогает поддерживать уровень хорошего холестерина в норме. Девятое – это уменьшение симптомов астмы. Еще с детства нам твердили, что мед помогает лечить боль в горле. Как оказалось, мед действительно помогает лечить горло, но также и помогает уменьшить симптомы астмы. Так, например, чай с медом помогает уменьшить дискомфорт в горле и воспаление бронхов, тем самым уменьшая частоту кашля. Но не забывайте, что перед тем, как включить в свой рацион тот или иной продукт, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. При появлении каких-либо симптомов аллергии необходимо пересмотреть свой рацион и обратиться за помощью в клинику. Так, все-таки, можно ли есть мед каждый день? Ответ простой – можно. Главное помнить, что злоупотребление любыми продуктами может навредить здоровью. Дневная норма меда – это примерно 3-4 чайные ложки в день. Добавить мед в свой рацион очень несложно. Просто добавляйте по ложечке меда в свой горячий напиток.